тоже гимнастический элемент. А Женя над вами издевается, мне кажется. Следующая. Дашуля пройдет на руках. Ой, какая молодец. Ой, какая затяжка. Давай, Дашуля, выручай свои. Давай, Настя, делай пока что-нибудь. Планшет, планшет кто-то. Планшет, планшет. Еще одна. Вы на канале Мисс Николь, и сегодня мы будем распаковывать жемчужину. Но это будет не просто распаковка. Ты, пожалуйста, представь нам всех девочек, которые у нас тут, и мальчиков собрались. У нас сегодня 4 участника. Женя уже боится, что ты его будешь. 3 гимнастки и 1 участник зовут. Это Женя, тут Николь, тут Настя. И Даша. Да. Мы будем от лол. Против лол жемчужины. Но где-то я уже это видела, Николь. А, девочки, а вы видите, что перед вами нет никаких записочек? Да. А вы хотите знать почему? Да. А что так не уверена? Потому что сегодня будет распаковываться наша шипучка, да, лол. А пока она будет у нас шипеть. Она шипит более 4 или 5 минут. Вот. Тем временем вы подряд, Николь, Даша и Настя, делаете каждое гимнастическое упражнение. А я что, сегодня не участвую? А ты следишь за тем, насколько аккуратненько будет у нас шипеть наша лол, да? Но для начала мы распакуем все маленькие составляющие этой штуки большой, а уже потом будем сражаться. Так что давайте быстрее. Давай, давай, открывай, открывай уже. Покажите, 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 покажите. Нет, вот жемчужинки. Жемчужинки. Каждая берет, конечно, каждая берет и раскрывает, показывает, что у них там попадается. Берите, 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 все раскрывайте. Те, которые вы открыли, девчонки, делайте шариками. Делайте шариками и выбрасываем. Ага, все, мы распаковали. И у нас получилось 2 наряда и 2 туфелек, да? Да, да. Кстати, тут у меня весь буквально 15 килограмм. А ну, не больше. А можно мне так? Такие вот. Вот такие вот туфельки. Дашуля, показывай такие вот туфельки. Цвет нашего настроения желтый. Желтый, желтый, желтый. Мой цвет настроения желтый, желтый. Девочки, я вас поздравляю, мы все распаковали, и мы можем начинать. Готовы? Да, да. Девчонки, у меня еще одно напоминание, условия об этом челлендже. Вы делаете элементы, пытаетесь не повторяться, можете друг другу подсказывать, но если вы будете думать более 5 секунд, считается, что выиграли куклы лол. Поэтому вы можете подсказывать, кричать, помогать друг другу. Главное не останавливаться, потому что элементов должно быть много. Если это равновесие, затяжки или еще какие-то штучки, стойте как можно дольше. Ну, какую-то небольшую связку, которая поместится у нас здесь на этом. Женя готов? Да. Женя готов? Девочки готовы? Да. Раз, два, три. О, шипит, 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 шипит. Женя, твоя задача, чтобы ты эту лол переворачивал. Да, переворачивай ее туда-сюда. Аккуратненько, не замажь. Ой, какая затяжка. Николь, следующая ты. Что ты будешь делать? А ну-ка, расскажи. Крокодильчик. Крокодильчика. Николь делает крокодильчика. Молодец. Даша. Аж дым идет. Аж дым идет у Жени. Так, следующая, Николь. Готовься. Перекат. Мост перекат был только что. Николь, что ты делаешь? Ай. Какой-то переворотик делает. Даша. Оп, оп, оп. Встала. Больше на. Нет, 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 ближе, ближе, вот сюда. Подойди ближе. Вот, вот так. Давай. Настена делает переворот назад. Она все почему. Женя, у тебя там что-то капает. Николь, не знаю, что это называется. Ты вы хотя бы озвучивайте. Оп! Оп, только. Все прыжки поделали, Николь. Что ты делаешь?
Я не помню, равновесия какие-то были или не были. О, о, Настя стоит на голове. Стой, 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 как можно дольше. Все, следующее. Дашуля пройдет на руках. Ой, какая молодец, слушай, ты классно ходишь на руках. Николь, равновесие было? Равновесие, Николь делает равновесие как можно дольше. Как можно, Женя, ты должен открыть, дойти до кукол. Молодец, держись, 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 держись. Кто-то затяжку делал, делал, что еще не было? Ой, какая ты молодец. Дашуля, что-нибудь долго сделай. Настя, давай, давай, думай. Молодец. Николь, что там у тебя? Ой, молодец. Я не знаю, что это, как это называется. Выпишите обязательно в комментариях. Даша. Пройдись вот так на носочках, почему бы и нет. Молодец. Давай попробуй еще раз. Это мы засчитаем, все нормально будет. Ой, молодец, молодец. Смотрите, как девчонки. Колесо, а почему бы и нет? Это тоже гимнастический элемент. А Женя над вами издевается, мне кажется. Николь, планшет. Еще одна. А, было, давай тогда другое равновесие. Равновесие другое, которое вот так шип. Молодец, да, молодец. О, отлично, почему нет? Круто. Так, что делает Настя? Кто знает, пишите в комментариях. Умничка, Женя открывает вторую куклу. Одна кукла уже открыта, вторая. Николь, молодец, Николь. Еще что-нибудь, давайте. Вот, колбаса, посмотрите, колбаса. Молодец, умничка. Настена, давай. Оп, давай, что ты там делаешь? Ой, молодец, очень даже красивенько. Николь, мост с этим, как это называется? Давай, вот, сложный элемент. Давайте, Женя, давай быстрее, Женя просто прикалывается. Николь, держись, выравнивай коленочки. Помогите Жене открыть эту штуку. Давай, Дашуля, выручай своих. Давай, Настя, делай пока что-нибудь. Давай, шпагат делай. И прогиб, давай попытайся прогиб. Вот так вот. Николь, становись быстрее, никто не может открыть эту куклу. Вот хорошо. Давай, Настена, давай, двигайтесь. Нет. Что там, Женя, а что ты это все нам побросал? Николь попыталась что-то сделать. Yes! Общими усилиями, посмотрите, какие родились у нас из жемчужинки куколки. Они очень крутые, классные. Девочки, ну как вы справлялись, это просто удивительно, просто нереально. А давайте вы сейчас сядете все по центру, и мы посмотрим, что же за куколки. Ну что, ребятушки и девчатушки, мы закончили наш челлендж. Расскажите, пожалуйста, это было сложно, девчонки? Нет, не сложно? Как не сложно? Вы же так долго думали, какие элементы делать. А Жень, тебе было сложно? Я просто пошла. Ну тебе, я верю, что не сложно, можешь даже не продолжать. Немножко сложно, А, да. В общем, что вам сказать? Получилось очень-очень невероятная красота. Упс. И вы, девчонки, справились. И последняя куколка очень долго открывалась, но она наконец-то открыла. И вы до конца сражались, до конца друг другу помогали. И вы одержали, как я считаю, победу! Женя, что за лицо? Женя расстроился, представляете, девчонки, он не болел за вас. А мы передаем приветы! Валя Кураева, Маричка Левко, Верона Дей, Даша Тимошина, Лиза Гимнастика. О боже мой, у Жени еще и лайк уже есть, да, кто не знал? Да. А тебе, кстати, тоже, Николь, есть уже лайк. И на мой лайкер подписывайтесь. А всем пока!